Нельзя, он выскочит, потеряется. Пусть подойдут, посмотрят дети. Дети! Подойдите сюда, детишек! Котенка посмотреть! Котенка! Идите скорее! Соня, Маша, идите сюда! Вика! Посмотрите, какой котенок! Он сфотографирует, Василий, идет это. Да, да, я вижу. Посмотрите, какой котенок. Маришки! Буска. Его нельзя брать, он потеряется сейчас. Он только-только начал бегать. Он куда, видишь? Это у рыжки такой родился. А он боится, столько рук сразу его. Но! Красивый? Да! Будет кошечка. Ну, я его сейчас отпущу. Ну-ка. Ну-ка, давай. Подожди. Ну-ка, давай. Опа. Опа, назад. Это-то, как белка. Ну, вот теперь пойдемте. Вот в этот дом. Это, дом этот, Володе принадлежит теперь. А Игнат Тихонович, Надежда Васильевна туда к тебе повела. Ну, давайте, пошли. Надежда Васильевна, это теснотега, да не в обиде. Там тепло, а там большие амбары. Большая площадь, нужно отапливаться. Можно зато много помещений. Так, еще я пробегу. Так, кого нету еще? Кого нету? Вот они у нее тут и были. Когда лагерь наш пострадал. Так, попусти показать. Лена, заходи туда. Вот это сейчас заходит в дверь, это все. Зимой только это отопляемое. Но тут уже не замерзнешь. Здесь определенно. Она зимовала не раз. Вот какая. Не трожь кошку. Это черная кошка, она может тебя тяпнуть. Осторожно. Ну погладь потихоньку. Погладь. Скажи, кошенька, хорошенькая. Да, Муська ее зовут. Муська. Да, Муська. Ну вот все. Вот смотри. Вот Надежда Васильевна готова принять. Ну куда? Вот сама реши. Тут не разместить шестерых. Шестерых куда? Все, ничего нету. Куда разместиться-то? Это надо думать вот заранее. Летом просто ночевать. У нее там зал большой. Но это зима на носу. Так, уходим. Они у меня в зале там были. Так, открой там облако, покажи. Котика, красивая. Красивая коска. Она ласковая. Дай косу. Мышек ловит. Гадость. Гадость. Вот, а сейчас уже у меня летняя. Там вот. Дети у нее тут и скрывались. Так, Вика, ну, помнишь, где была? Ну, скажи, я вам могу. У бабы Надя-то. Ну, галка надеюсь, я не убрала еще ничего. Здесь вот я ваши вещи здесь сложила. Там подушка у них нет. Мам, Настя, плачь. Уходим. О, кричит. Пойдемте смотреть на вот свои все. Лучше всего это перехтела. А пакет можно вот это было, да? Что? Ну, мама, вот она. Она уже понимает. Где наша мама? Да, маме тяжело за руку. Хочет, говорит, пойдем настоящие смотреть. Не нравится ей это. Все понимала, да? Все как там не кричала. Вот в этом не кричала доме первого. Да, вот она. Я говорю, не нравится. Вон, Лена, вот у меня голубятый номер один. Смотри. А вот здесь голубятый номер два. Вон голову вылазит.
Я смотрела в ролик. Все, пошли. Я уже все видела. Каждый этот ролик смотрю. Вот это вот другой дом. Это уже большой дом. 80 квадратных метров. Часть дома у них занята пока под вещи. Вот где мы летом думаем принимать-то детей. Сейчас увидишь. Тут трубы не было. Трубу купили только что. В понедельник заказом электриков, чтобы приехали. Проверить здесь сейчас высокое напряжение. Печку, кстати, посмотри. Можно поставить печку, электричеством топить. Калитку открой, Кирилл. Ну вот, значит, можно попросить, чтобы они провели. Многодетные 30%. Льгота. Мне никакого угля не надо будет. Свет. И, а если крапива аккуратнее. Крапива аккуратнее. Не обжальтесь. Свет я половину плачу. Свет, воду и что там. Половина у меня оформлена все уже. Здесь все было заросшее. Мы сделали отмостку за это время. Маленько не закончили. Вот там туалеты сделали. Саша, где попробовать? Здесь или мальчики, или девочки будут, еще не знаю. Просто подойди. Вот там. Сергей, там? Сергей. Да. Да, я им показывал детям. Мы хороший ремонт сделали. Я ключ возьму сейчас. Туалет они сделали в этом году. Колодец вот я. Все, заходим. Пойдем. Давай. Вот это сумма. Реально, что это такое? Сейчас, подожди. Есть. Сейчас, вода. А потом второй дом. А нынче мы приобрели два дома для замены лагеря. Это в новом формате будет. Пустите теперь. Меня, дети. Давай. Надеюсь, Василий, подойдите с информацией. Пусть видишь, закупили трубы, чтобы печку топить. Да, русская печь. Откуда? Так, а здесь мы... Это вот нынче настелили пол полностью. Это большая тут работа была сделана. Все, внутри прогнозили, вот видишь, пляшет. Русская печь, это для ребятишек. Там вот это закрывается, карцер. И они там играют. Везде. Карцер. Теплый. Душняк. Как зомби, да? Это тепленькое место. Здесь каташу. У них вон она где печь, видишь где? Вон она, откуда отопление идет, кочегарка. А это не работает печка? Работает. А? Это работает печка? Конечно. Да? Это русская здесь, печь и голландка. Это хлеб печь пол. Сама. Муки дал. Дам. А тут разные люди были, две, утащили да. За движку. Да. Смотри. Там что есть? Пол дома. Здесь пол был сгнившим полностью. Надя, нигде не разговаривай, не отвлекай. Идем. Смотри, Лена. Внимательно следи. Это здесь 12 лет не было хозяина. А вы еще на этом течение двух дней можем подправить. Пол масляный, прорезанный теперь отдушина. Отдушин не было, все сопрело. Эта комната еще вот там. Весной они освободят ее. Там две комнаты. Вот эти трубы, это все не нужно. Это отопление, которое там кочегарка. Надо... Да, все целое. Это не знаю. Да, все целое, не разбираюсь. Надо смотреть, все они все так сделали. Здесь жила моя родная сестра. Они уехали в Тобс, дети учатся в университете, и так они подались за ней. Это что-то... А тут это... еще не было. 13 лет этого не было. Вот смотри, вот говорят, вот так вот коридор. Там светлые две комнаты, хорошие. Здесь вот эта вот теневая сторона. Здесь вот окошко обед, а здесь вот это вот свет. Ребятишек сажают тепло, и они... Это вот самое для меня. Здесь дворы-то какие. Видишь, как это? И туалеты, и ванны. Вот у меня тут здесь уже ванны, и туалеты. Здесь коров держи. Коров сразу можно держать. Еще надо будет держать, перестань. В следующем году там нас закрывают, видите? Все не держали. Это Володя дом же, да? А? Володя дом. Да. Это Володя дом. Это Володя дом. Там еще вот. Та часть. У них качалась вода здесь, бета. Ребята все с высшим образованием там. Ну все это сделали. Там что-то было, мы заляпали. Я видела этот дом по ролику, когда вы его купили, как заехали, как ремонт. Ну, вот я так. Это мы готовим для лета, где дети могут отдыхать. В лагере нету. Видишь, его никто. Расширительный бочок. Все, Лена, соглашайся.
Топить нельзя, трубу здесь. Лена, согласна, осталось уговорить Володю. Куда не повернешь, тысячу только сыпется. А у ребят-то нет ничего, они здесь копейки не вложили. Господь благословил так. А там что у тебя? Так, уходим. Все, Сколько времени в этом доме можно жить? Не знаю, пока об этом разговор не идет. Мы говорим до июня, до 10 июня. А может быть, куда тут живи? Куда живи тут? Никуда не надо. Будешь начальником детского лагеря. Потихоньку тут крапива. Девочек много. Этот дом для девочек. Это мы пошли смотреть четвертый дом. Я почему-то об этом думал тоже, что... Да? Да. Дом для девочек, потому что все коммуникации делают. А этот для мальчиков. Они говорят, для девочек этот дом лучше подходит. Для девочек, да. Ну что, значит, посмотрим, кого больше будет. Для девочек-то всегда больше. Сейчас мало мужчин рождается. Уже мужчины вымирают. А вот смотри, это здесь был мой родной брат. Там сестра, а тут брат. По мужчинам и так пойдем. Синяков заловил. Вот их засними. Это Никиты, да, дом? Да. Бедненький Никита, он как все это будет ремонтировать? Как? Только если с Божьей помощью, а так никак. Я не уверена, что он это посилит. Тут хозяйство большое, ну и работы, конечно. Дом для ленивых, да? Ну да, да. Я скажу, что он его не потянет. Для этого надо все компьютеры все отложить и походить, походить. Здесь вообще все какое-то удивительное, да? Да. Тут человек такой удивительный строил. Лена, он даже открываться не может. Вот это баня. Володя. А? Я его Никита, надо было вызвать. А, вот, открылся. Одень-ка сынку. Подними. Так, заходите сюда. Здесь два этажа. Там этаж. А что мы будем делать? Здесь тоже уже лет, наверное, 5 никого нету. Там того этажа. Чердак. Смотри, заходи. Электричества нигде нету. На той неделе будут, на следующей. Подведи. Сказал, ни один дом для земли не приспособлен. Ну, а вон тот гаражников собрал, и нельзя отрезать. Вот здесь мама его жила. Игнатий Тихонович, вот этого дома одного достаточно для лагеря. Если достаточно. Достаточно. Мальчики и девочки в одном доме не будут жить никогда. О чем толкуешь-то? Комнаты. Одна для мальчиков, ну, да, другая для девочек. Вот, а тут воспитатели. Было. Никогда этого не будет. В разных местах разное питание. Так, смотри дальше. Так, пройдите туда все, посмотрите. Кирилл. Это помады. Хорошо, потолки высокие, да? Ну, да? Мне нравится, когда высокий потолок. Я хочу наверх посмотреть, что там. Да, мало чего ты хочешь. Ну, там летняя кула. Я хочу посмотреть, какая. Высокие потолки. Меня. Не любишь? На вам люблю. Ну, почистить. Так, ну, надо, что надо. А тут это белье. Показал, говорит, что я только девочку снимаю. Вот,
чем это? Пониже, потеплее. Кто-то, блядь, запутал. Ну вот, смотрите. Это под ним очень большой подвал. Под всем домом. Это на железобетонных плитах. Он самый сварщик. Тут наварил, тут Хиросима не разобьет его. Бомбоубежище настоящее. Русская печка. Когда в доме хозяин, тут все по-другому будет выглядеть. Так. Здесь его мама жила. Куда делать там нечего больше. Давай. Можно вверх сходить? Все, выходим. Наверх хотят дети. А? Да дети что там делают? Вот интересно, это когда примутили, что это все по-другому. Да, вторая маленькая. Ну, баня, ну, делать. Да пчела! Это оса. Я боюсь его. Оса. Не машина, не машина, нет. Она нападет же. Стоит, а стоит на отопление только. С осами опасно. А в лагере вот такое вот отопление. Ну, шмей-то, ладно. Какой беды, мама. И беконика, плащ, паниками. Да? Че? Че говорит, пищит, непонятно. Шмей, тебя говорит, проходи, кусил? Нет. Нет. Девочка, можно у Надежды Васильевны летом? Ну да. Девочка, мол, Надежда Васильевна, и мальчикам здесь, да. А им отдать вот этот дом. Да. Правильно. Правильно. Надежда Васильевна сама. Ну вот, все, покатал. А если девочкам здесь вот летом, мальчикам здесь, а этой семье вот этот дом? Нет, дом это отдельно будет строить, он для этого не приспособлен. Нет, это приобретение, это он хозяин. Он хозяин. Как вы скажете, так и будет. Вон, посмотри, как очередь пошла. Так, повернись. Хозяин-то номинал. Аминь. А вы зачем его нам показывали? Кого? Вот этот дом. Зачем? Если он затем, не входит в планы, затем, что зимовать. Какие? Где лучше зимовать? Так ей не зимовать, ей же жить. Зимовать, зимовать она... потом перебираться-то куда? Она же вроде в другом месте уже нашла зиму. Потому что мы должны показать все, что у нас есть в наличии. Ну правильно, показали. Мы выбрали для нее лучше. А что, не ладно, что показал? Ну мы из этого и выбираем. Вот мы выбрали вот этот дом. Ну, в этот дом. Видишь, в этот дом не войдет сегодня. Сегодня мороз и... Там нет, все... она сегодня-то и не хочет. Она весной хочет приехать. А весной бы они за лето все бы отремонтировали. У них... Нет, не отремонтировали. У них только строить. Если не строить, то ничего разговоров не будет. А они строят отдельный дом. Вы же как переговоры. Я не могу распоряжаться Володиным домом. Первое. Назначен для лагеря. Для этого. Так. Ты это... Можно переиграть. Ты не посмотрела? Это для лагеря. Где строиться будет? Где тебе понравится? Вот смотри, последний дом. И там последний строится за деревьями. На обоих сторонах можно выбирать место. Где строиться будешь? Строиться. Здесь это только перезимовать. Да она перезимует-то дома в Барнауле. Нет, здесь зимовать вот. Не получается. Ну нет, все, конечно. Живи в Барнауле. Это весной вариант. Только приезжать, конечно. Давайте так. Место сейчас определим, вот. Где строится. Здесь летом-то еще можно, летом нормально, а зимой-то будет, конечно, тяжело будет. Ну, смысл понятен. Ну, да. Все, что могли, мы показали. Значит, нужен человек, который отвечает за деньги, который место только показали, и теперь он начинает вызывать экскаватор, копать все, чтобы сделал. А с ним рассчитается, кто там профинансирует. Никто не будет заниматься, все заняты здесь. С утра до ночи. Надо, чтобы был свободный человек и прокормить это будет, кто бригада-то. А нету больше домов, какие продаются? Нету. В других деревнях есть, а здесь нету. Мы все подобрали. Детьми заниматься. Вот это нынче мы приобрели вот эти два дома. В этом я живу, это моя резиденция. Видишь, какой скворечник называется. Махонький. Мы осмотрели все, что можно.
А вот строится где, там на той стороне, можно с той стороны и с другой, где батюшка, только через переход, через озеро, на той стороне. Ну, там хорошее место. Хорошие места. Лучше, если строится на той, то возле пруда. Да, да. Там огород, там пруды. Мне тоже та сторона больше нравится, чем вот сюда. Ну, пожалуйста, та более низкая сторона, там хорошие урожаи. Все, осмотрела, больше дальше решайте сами, все показали. Зиму, конечно, лучше, что ты там осталась. Да, понятно уже. Когда все? Ты сама видишь, сколько конечно. Здесь делов к зиме надо? Надо 500 тысяч сюда. Вот так. Одно отопление 100 тысяч стоит провести. Вот так. 100-120. Ну что, все? Лена? Остаются на зиму там они. Поблагодарим Бога. Три поклона и поезжайте. Господи, благослови нас и помилуй. Благослови Елену, положи на сердце добрым людям помочь ей. Тебе, Христе Боже, наш слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все. Так, Сережа, определись, кого куда. Они знают, как приехали, так и так. Так. Вы можете к батюшке заехать и сказать, батюшка, может, покормишь на дорогу? Да мы дома поедим уже. Давай. Ну, давайте. Праздником. Я доволен, что привез. Слава тебе, Господи, повидались. Сереженька. Ведите себя хорошо. Володя, в интернете, молитесь давайте, теперь, чтобы на будущий год Бога живы, чтобы были давайте, здоровы, чтобы я, мне было возможно приехать. Я смотри, вторую попутно захватываю рядом. Нет, нет, что-то. Конечно, результат. Вам не отказано, но зимой здесь ты просто, тем более ребенка надо возить. А тут на снегоходе. Батюшка-то приехал, все лицо прыщами покрылось. Снегоход, все открыто. Ты сразу ее лишишься. Тут нас, говорится, повешают всех тогда. Все, договорились, увозите и начинаю обихаживать себя. И думать, если кто думает строить, тогда весной выбираешь место, найти человека, кто будет заниматься, деньги не давать, пока не построит. Тогда рассчиталось, и вот тогда можно будет жить. Все, что требуется. Быть самостоятельным. Мы даже с Игорем договорились, я говорю, одну корову назначь ей, чтобы молоко шло в ваш дом. И он сразу согласился. Так было. Слышишь, нет? Да, все, то с молоком бы уже была обеспечена. А овечку какую там, что батюшка дал бы. Начинать что-то хозяйство было, курочек завести сразу. Люба он завела 20 гусей, они на озере целыми днями. Уже все выросли. 20 гусей это уже деньги. А вон огурец показывает. А в деревне-то, сам знаешь, все растет. Лучшее вот не найдешь. Все у ней. Учись. Давайте, по домам. С Богом! Всем поклон! Садись, давай! Ты мимо дома не проехал! Надя! Отойди от него, солнце! Не трожь руками ее! Все! Возьмите, я доеду до дома. Давай. Пиши, какое настроение будет. Что было, все открыли. У нас ничего скрытого нету. Благослови, Господи. Вот он заворачивается. Все, давай. Так, Надя, с Богом. Сейчас скроется, и тогда выключишь. Голубей покажи моих. Так, все, иди с Богом. Меня не кормлю, они еще прилетели-то сюда. Я пошел кормить голубей, и я иду, Володя, в лагерь пообедать. Угу. Провода мои я забрал.